Объясните мне, пожалуйста, молодой человек, почему вы посадили меня за решетку? На кого я громко кричала? На вас? И вы меня за это посадили? Да, 2 минуты еще. А, то есть я только 2 минуты здесь посижу, да? Да. Угу. А вы мне мой рост измерили? Где-то 155 у меня. Что вы мне еще можете сделать? Поесть можете приготовить? Откуда вы меня взяли? С ночного клуба? Нет, вы можете выходить. Что, все, свободно?